Корпорация Boeing приступила к программе летных испытаний своего новейшего и самого крупного самолета. Dreamliner 787-10 стартовал в пятницу утром из Норт-Чарльстона, штат Южная Каролина. В этом городе находится единственное за пределами штата Вашингтон сборочное предприятие Boeing. В феврале на фоне этого самолета выступил президент Дональд Трамп с известной речью о том, что он будет стимулировать промышленное производство в Соединенных Штатах и не позволит американским фирмам создавать рабочие места за границей. Многие детали, узлы и агрегаты Dreamliner'а выпускают зарубежные поставщики. Компании из Японии, Китая, Италии, Швеции и Франции создают крылья, компоненты фюзеляжа, хвостовое оперение. Заказчики могут выбирать самолеты, оснащенные американскими двигателями от General Electric или британскими от Rolls-Royce. Компания Boeing уже получила заказы на 149 самолетов модификации 787-10, способные брать на борт 330 пассажиров. Авиаперевозчики из Сингапура и Арабских Эмиратов намерены приобрести по 30 машин стоимостью $312 миллионов каждая. Всего же поступило около 1200 заявок на самолеты семейства 787. Новый Dreamliner будет испытываться в течение всего 2017 года. Поставки заказчикам начнутся в 2018.